Далее смотрите рубрику «Народные новости». Что нового произошло у жителей Саратова сегодня, узнала наша съемочная группа. Я ходила в воскресенье на фолк-рок-фестиваль «Смог». А мы приехали в Саратов. В Саратов в гости. Давно? Нет, только что из Пензы. Мы были на Аллее Славы и были еще в Лимонарии. А сейчас мы поедем кататься на теплоходе. Переехали в Саратов с Энгельса жить. Что еще у нас нового? Пока ничего вроде. Учусь, защита диплома. Ребенок родился. Купил газовую плиту и стиральную машину. Горпарк посетили. Понравилось? Да, очень. Впервые там были? Нет, не впервые. Но, тем не менее, там просто обустроили немножко разные рисунки. В общем, очень красиво. Поступили на театральное. Ну что ж, поздравляю девушек с поступлением и желаю всем абитуриентам 2015 попасть в выбранные учебные заведения. Ну а если у вас есть интересные новости и вы хотите ими поделиться, звоните к нам в редакцию.